Всем привет! У меня такая вот беда уже давно с обложкой паспорта. И уже очень много лет. И это совсем даже не кожа, дерматин. И вообще картонки какие-то. Человек, который занимается кожей, это стыд и позор. В общем, будем исправлять. Когда я заказываю кожу у Мони, он всегда присылает какие-то довесочки, подарочки, бонусы. В этот раз мне повезло, мне достался вот примерно такой кусочек этой кожи. Я не уверена, но похоже, что это кожа Crazy, потому что она оставляет след при переломах. Очень похоже на Crazy. В общем, она очень мягкая, тоненькая. Здесь, наверное, миллиметр с чем-то, с копейками. Вот, поэтому я решила сделать себе обложку на паспорт. Детали уже вырезаны под размер. Не знаю, может быть, я накосячила очередной раз с размером. Ну, поверим, проверим. А, все, что, то есть, в принципе, здесь все очень просто. Мне останется только приклеить, пробить, прошить черной ниткой. Покрывать буду карнаубовским кремом. Поехали.